أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله сегодня у нас такая тема, мы хотели бы ее начать на ваазе и продолжить на хутбе. Она очень такая актуальная для всех нас, для меня, для каждого из нас, потому что это качество порой теряется среди людей, среди мусульман. Хотя это одно из великих качеств, которое должно присутствовать в верующем человеке, мусульмане. Также это одна из ветвь веры нашей. Это качество стыдливость, аль-хая. Стыдливость – это похвальное качество, удерживающее человека от неподобающего поведения и недостойных поступков. Кроме того, стыдливость – одно из ответвлений веры. Абу Хурайра передает со слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Аль-иману бид'у ва саб'уна шу'ба, фа афдалуха кавлу ла илаха илля Аллах, ва аднаха иматату л-аза ани т-тариq, ва л-хаяу шу'батун мин аль-иман». Бухари в Муслиме передается хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вера, аль-иман, имеет более 70 ответвлений». Наилучшие из них слова «Ля Илляха Илляллах» – «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Субхана Ва Та'аля». А наименьшее – устранение с дороги того, что мешает проходить людям. И стыдливость – одно из ответвлений веры, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды посланник, саллаллаху алейхи вассалям, увидел одного человека, который упрекал своего брата за излишнюю стыдливость. То есть очень стыдливым был. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал, «Да'аху фа иннал хая миналь иман». «Оставь его, ибо поистине стыдливость от веры». Передается в Бухари Муслим. То есть чересчур был стыдливым. «Оставь его», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «ибо это от веры, от имана». Получается, приведенные хадисы подтверждают, что стыдливость – это благородное качество. Также имам Шамсуддин Абу Абдуллах Мухаммад бин Абу Бакр сказал, рахмахуллах, чем больше наполнено жизнью сердце человека, тем он стыдливее. Недостаток стыдливости – смерть для сердца и духа. Чем живее сердце, тем больше стыдливость. Стыдливость – качество побуждающего человека оставлять все скверное и мирское и соблюдать права всех имеющих право должным образом. Человек также, стыдливость бывает двух видов. Одна стыдливость, когда человек стыдится окружающих людей, хорошо относится к ним, с уважением, ахляк, гылк свой показывает. А вторая, еще один из видов стыдливости, это когда человек стыдится Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И что касается стыдливости между человеком и Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Истахью мин Аллахи хакка л-хая». «Кал, инна настахи мин Аллахи, калу, инна настахи, вальхамду лиллах». «Кал, лейса залик, валакин ман истахья мин Аллахи хакка л-хая, фальяхфады ра'са вама ва'а, вальяхфады л-батна вама хава, вальядзкури л-маута вальбила, фаман фа'ла залик, факад истахья мин Аллахи хакку л-хая». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Стыдитесь Аллаха искренней стыдливостью». Тогда сахабы сказали, «Мы стыдимся Аллаха, альхамдулилля». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Не это я имею в виду». «Стыдитесь Аллаха». Я что под этим имею в виду, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью». Значит, беречь голову и то, что она хранит в себе. То есть беречь голову от запретного, свой мозг от запретного, от плохой информации, свои уши, глаза – от харама беречь. Вот это имеется стыдиться Аллаха, субхану ва та'аля, когда бережет голову. И свое чрево, и то, что в нем, то есть не кушать харам, чтобы в желудок человека не попадал акль харам, то, что не присуще ему, что, то, что он отобрал у другого человека, чтобы на эти деньги не кормить свою семью, своих детей. И часто вспоминайте, сказал саллаллаху алейхи ва саллям, и часто вспоминайте о смерти и бедах. И кто желает жизни вечной, оставляет украшение жизни этой. Кто поступает так, то стыдится Аллаха истинной стыдливостью, сказал саллаллаху алейхи ва саллям.
Также человек стыдится, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Кулли ибн адама хатта, ва хайру аль-хаттаин ат-таввабун». Каждый человек ошибается, у каждого человека есть грехи, но наилучший из них тот, кто просит у Аллаха субхана ва тааля покаяние. А бывают такие люди, которые гордятся своими грехами. Вчера, может быть, Аллах субхана ва тааля простил его, он на следующий день рассказывает, хвалится, как он грех совершил, какой харам сделал. На что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куллю уммати муаф, илля аль-мухаджи, илля аль-муджахирун». Каждого Аллах субхана ва тааля простит, кроме тех, которые на показ ставят свои грехи, рассказывают о своих грехах, делятся своими грехами с другими. Этих людей Аллах субхана ва тааля не простит, сказал саллаллаху алейхи ва саллям. А что касается стыдливости Аллаха, стыдливость это также является качеством Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Что же касается стыдливости Аллаха перед своими рабами, то это то, когда Аллах субхана ва тааля проявляет свое великодушие по отношению к своим рабам, когда прощает своих рабов. Как сказал саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна Аллаха хайюн карим, ястахи иза рафа ар-раджулу илейхи ядейх ан яруддахума сифран хаибатейн». Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине Всевышний Аллах стыдливый и великодушный. И когда кто-нибудь из его рабов воздевает к ним руки, поднимает к Аллаху субхана ва тааля руки, просит дуа, просит истигфар, моля о чем-то, то он, Всевышний Аллах субхана ва тааля, стыдится оставить эти руки ни с чем», сказал саллаллаху алейхи ва саллям. Также Аллах субхана ва тааля стыдится подвергать мучениям человека, который дожил до седин, будучи мусульманином. Также верующий человек должен, альхамдулилля, то есть воспитывать в себе вот эти нравы, вот эти качества. На сегодняшний день многие люди потеряли эти качества, особенно молодые. То есть, когда старший человек приходит, они одну руку так протянут, как-то себя так недовольно ведут, спорят. Этого не было, альхамдулилля, никогда со времен Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у мусульман. Это нужно в себе постоянно воспитывать. Каждый из нас должен воспитывать в себе эти качества. Верующий человек, он стыдится Всевышнего Аллаха субхана ва тааля всегда, когда он среди людей и когда остается наедине. Когда остается наедине со Всевышним Аллахом субхана ва тааля, здесь он тоже должен стыдиться. Стыдливость истинного раба Аллаха субхана ва тааля – это богобоязненность, ат-тақва, которая происходит опознание через то, когда человек берет знания, когда углубляется в знания в шариате. Вот тогда вот у человека это проявляется. Это одно из качеств истинно верующего. Более того, стыдливость высочайшей степени благодеяния, аль-ихсан. Как сказано в хадисе: «Аль-ихсан ан та'буда Аллаха ка аннака тарах, фа иллам такун тараху, фа иннаху ярак». Что такое ихсан? Это то, когда ты поклоняешься Аллаху субхана ва тааля подобно так, как будто ты его видишь. Но ты его не видишь. Даже если ты его не видишь, то ты знаешь, что он тебя видит, субхана ва тааля. Ты знаешь, что Аллах субхана ва тааля тебя видит. Это раньше, как старики рассказывали при коммунизме, там, альхамдулилля, сейчас мечети есть, молимся, аяты Корана читаем, хадисы рассказываем, альхамдулилля. А раньше этого не было, запрещали религии. И собирали, значит, имамов и говорили, что вот, скажете, Гагарин полетел на Луну, посмотрел налево, направо, Бога он там не видел. И мы будем слушать и смотреть это. Альхамдулилля, вот старикам Аллах субхана ва тааля давал мудрость. И Аллах в Коране говорит: «Умай ютиль хикмата факад утия хайран кафира». Тот, кому Аллах тааля даровал мудрость, этому человеку Аллах тааля даровал много благого. И он сказал: «Гагарин, бабай один старик с акцентом татарским, вот Гагарин полетел на Луну, посмотрел налево, направо. Аллаха он не видел, но зато Аллах его увидел и вернул его на землю». Говорит: «Я же сказал, что Аллах он не видел. Вы сказали мне сказать, я не видел Аллаха, но Аллах же его видел все равно». И когда человек лишается стыдливости, то и вера следует за ним. То есть, когда человек лишается стыдливости, как ибн Аббас радиллаху анху сказал, и тогда и вера тоже, он лишается своего имана. Наглый человек, который не стыдится Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, он не удерживает свой язык от скверных слов. То есть всегда можно, человек вроде как молится, там постится, но бывает у него, астагфирулла,
что-то исходит, плохие слова из его языка, матом ругается и так далее. То есть, потому что нету стыдливости. Поэтому в наше время, когда стыдливость у людей почти не осталось, происходит столько порицаемого и мерзкого. Люди открыто совершают грехи, предаются разврату. То есть плохое, скверное, зло стало для них хорошим, они хвалятся этим. Все это из-за того, что стыдливость потеряли. Также многие женщины, субханаллах, многие женщины сегодня, к сожалению, также лишились стыдливости. Это без хиджаба выходит. Или, например, красятся, даже если в хиджабе, заходит куда-то, она открывает свои руки, кисти рук повыше чуть поднимает, заходит в магазин, субханаллах, были свидетелем, там с продавцом разговаривает, шутит. Это все из-за того, что потерял стыдливость человек. Также мужчины, к сожалению, наши братья, потеряли стыдливости. Сколько женщин, сколько сестер уже жаловались. Подходишь, сестра, ты замужем? Сестра там, альхамдулиллах, что спросил там еще, ну как ты можешь подойти и спросить? Или там, например, там, как тебя зовут, можно ли с тобой познакомиться? Там сестры говорили, субханаллах, мы говорили, молчим, все равно он как бы упрямый, молчим, все равно упрямый. Даже если некоторые бывали случаи, что говорят, я замужем, все равно продолжает разговаривать. Субханаллах. Человек должен знать, что Всевышний Аллах субхан недоволен этим действием. Как раньше было, там сестру отправляли, мама там узнавала про их семью. Вот так вот должно это все должно беречься, и мы должны своим детям это все передавать, иншаллах. Кто, кому нравится, чтобы с его женой кто-то разговаривал, посторонний человек? Это вообще не присуще мусульманину. Можно ли назвать стыдливым человеком, который толкает своих детей на улицу, где они приобретают дурных товарищей, вступают в сомнительные компании? Можно ли назвать стыдливым человеком, который выпускает ядовитый дым, когда курит в лица других людей? Это нету, субханаллах, нельзя, наверное, назвать такого человека стыдливым. Можно ли назвать стыдливым торговца, который смотрит тебе в глаза и тут же тебя обвешивает, тебя обманывает? Это нету стыдливости, субханаллах. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал истину: «Фа иллям тастахи, фа фааль машит». Если ты не стесняешься, то делай, что хочешь. То есть, получается, делай, что хочешь, после этого он делает все, что хочет, харамные вещи и так далее. Поэтому стыдливость, вот эта аль-хая, удерживает человека от этих дел. Абу Бакр ибн Абу Дунья написал, у него автор книги «Макарам уль-Ахляк» – «Нравственные достоинства». Он сказал, что кто облачен в одеяние стыдливости, рида, то есть одеяние стыдливости, то пороков того не увидят люди. И даже Ибн Мас'уд, радаллаху анху, сказал, что у веры украшение, что украшает иман человека, когда человек говорит, я муъмин, я верующий, и что же его веру украшает? Как сказал Ибн Мас'уд, зинатуху ат-таква. Украшение веры человека – это богобоязненность. Это когда человек поклоняется Аллаху, субхану ва тааля, и предает ему товарищей, страницы греховного, знает, что Аллах, субхану ва тааля, за ним наблюдает. Вот эта вот богобоязненность украшает веру человека, иман человека. А одежда ее стыдливости, рида, это аль-хая. Одежда, извините, веры – это стыдливость. Украшение веры – это богобоязненность, а одежда веры – это стыдливость. На сегодняшний день, как бы, аль-хамду-лилля, мусульманин должен как бы больше брать знания, иншаллах. Стараться, альхамдулиллах, вот сейчас мадарис есть у нас, альхамдулиллах, школа, мадраса, и должен углубляться в знаниях, потому что через знания приходит вот эта вот стыдливость. Субханаллах, бывает такое, что человек, вот, субханаллах, опять же, тут же у нас в мечети, человек раньше ходил в мечеть, потом перестал ходить в мечеть. Я этого человека увидел как-то, субханаллах. То есть таких людей был, который всегда вот был недоволен этим имамом, всем имамом, ученых обсуждал, великих ученых, субханаллах, обсуждали. Это есть такое знание в шариате, аджарх ва таадиль. То есть это, опять же, это ученые только могут этим заниматься. И они, субханаллах, там ролики по интернету смотрят и так далее, как сюда приезжал шейх, помните, может быть, Юсуф аль-Бахут, он на проспект Мире тоже проводил лекцию, муфти мечеть аль-Харам, зав кафедры Корана и Сунны, и имам мечети Джабаль-Нур, Нур, гора Нур, где пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, приходил вахи. Как приятно с такими людьми сидеть, субханаллах.
уже перед тем, как он начинает говорить, ты уже чувствуешь сладость веры, находясь рядом с ним. Потому что есть вот эта гылк, есть ахляк. Также приезжал имам мечети Аль-Харам, шейх Махир Аль-Муайкали. С ним сидишь, субханаллах, полностью радуешься, потому что видно от них вот этот вот гылк, ахляк выходит. Поэтому ученые перед тем, как брали знания, они брали вот этот ахляк, не обсуждая других и так далее. И этот человек, субханаллах, который всего перестал ходить в мечети, потом увидел я его там, где телефоны продают. Саляму алейкум. Салям. Нету улыбки, нету ничего, субханаллах. Сидят в Sony PlayStation играют. Тут старший человек проходит мимо, там это, отойди, мешаешь, там. Уходишь, ладно, до свидания, саляму алейкум. Даже не, там, не руку не дает, не улыбнется чуть-чуть. Хотя пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва абтисяму фи вачхи ахика садака». То есть твоя улыбка в лицо твоего брата, это есть садака, это милостина. Если он гол забьет, там, субханаллах, радуется, как будто джуз Корана выучил. Поэтому, субханаллах, вот эти вот должны быть у нас качества. Прививать мы должны, иншаллах. И знать, и что помогает. Что помогает, это когда человек, субханаллах, знает, что за ним всегда Всевышний Аллах, субханаллах, наблюдает. То, что Аллах, субханаллах, смотрит за его действиями, за его делами. Вот это вот помогает верующим человеку, иншаллах. Потому что Аллах, субханаллах, всегда за нами наблюдает, всегда нас видит. И к нему наше возвращение, субханаллах, ва-та'аля. И Аллах, субханаллах, рассудит всех нас в судный день. Поэтому дай Аллах, субхану, чтобы наш вот этот вот ахляк, чтобы наш гылк был, альхамдулилля, чтобы Аллах Таля дал нам этот гылк. Помню, тоже летом один поступок тоже совершил, поспешил, но там как бы были старшие люди, не посоветовались, мы там с моим ровесником чуть помладше сделали там одно дело, как бы там решили сами отвезти одного человека, одного брата. То есть потом я понял, что это как бы есть старшие, нужно было с ними посоветоваться перед этим, субханаллах. До сих пор об этом думаешь. Поэтому, субханаллах, вот это вот нужно всегда развивать себе, всегда нужно об этом думать, нужно стараться, иншаллах. Тогда Аллах, субханаллах, бидниллах, субханаллах, поможет нам. Как Аллах в Коране говорит, «Инна Аллах ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусим». Аллах не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. И в конце этого напоминания, во-первых, я саму себе напомнил это, и нам всем хотелось бы зачитать аяты из священного Корана, и да Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы Коран был для нас всех, иншаллах, чтобы помогал нам всем, иншаллах, извлечь пользу для себя из аятов Всевышнего Корана, чтобы это было всегда для нас мудрое напоминание, наставление, иншаллах. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, «Астаиду биллах». إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Сурат Аль-Мульк, Всевышний Аллах говорит, поистине, тем, которые боятся своего Господа, которые боятся Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля, не видя его воочию, но зная, что Аллах, субхана, существует, что к нему наше возвращение, они боятся его, стесняются Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля, им уготовано прощение и великая награда. Прощение, Аллах, субхана, прощает их, иншаллах. Как человек, как бы каждый из нас хотел, чтобы в судный день прийти перед Всевышним Аллахом, чтобы Аллах простил нас за наши грехи и наградил нас, иншаллах, своим раем вечным. Можете говорить шепотом или вслух, но ведает он о том, что в груди. То есть говорите вслух, шепотом. Аллах все знает, что в нас скрывается. Ничто не скроешь от Всевышнего Аллаха. Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил? Аллах Субхану нас сотворил не с бытия. Неужели он этого не знает? Если он проницательный, сведущий. Да Аллах Субхану нам всем баракат, иншаллах. Как Аллах собрал нас в этой мечети, чтобы в судный день, иншаллах, в джаннат аль-фирдаус вместе, иншаллах, быть вечно, иншаллах.